А чё этот ретрик, ты что-то говорил, ретрик какой-то будет. Он в Накс с нами пойдет. Моих слуг постигла неудача. У него ОСК закрыт. Возможно, потребуется... Сейчас с нами Вар, а потом они поменяются. В Накс пойдет отпал. Я смотрю, аниме это декурсит, нахуй. Что там еще в принципе нормально все хватает тебе пока, ну вроде как да, там все у него хватает, отсыпать даже не надо. Оп оп, все продекурсил, посмотри. Да то он выебывается просто. Так, вот этого дракона будем убивать сейчас. В принципе, без Сима убьем его. И вот все равно даст. А тех двух оставим, попробуем. Плюс два закрыть. РЧ. Да, фьюж уже пришел. Все, поехали. Когда порт появится, не забудьте зайти в порт и быстренько убить там мобик. Не, там не всем там. Так хватит, где-то 4 ДДшки пусть зайдут. Чё, давайте я вам Геру скину, чтоб вам веселее было. Давай. В расщелинах не стоим. Отвожу чуть босс. Сима пришла, нихера себе. Все, теперь можно мне по кашу теперь бы. Портал. ДДшки пошли туда. Быстренько залили моба. Давай я в портал прыгну, ты тут. Сим, ауру поменяй, пожалуйста. Спасибо. А быстрые ноги пизды не боятся, ёпта. Убегаем. Быстрые ноги пизды не боятся. Слушай, хорошо придумал. Это не я придумал, блядь. Это я где-то услышал. Может, даже когда я убегал нахуй. Тебе вслед орали, да? Да. Так, где у нас тут эта тварь? Он нашел. Квадратик на нее ставлю. В первую очередь ее надо залить. Быстренько заливаем. Квадратик добейте, главное. Все отлично. Сейчас таунт откатится, заберу. Угу. Слушай, я думаю, еще можно с оргазме этот плащ отдать. Но нормально танч. Да, он декурсит. Вот тогда агр. Все, если он не будет декурсит, нормально. Вот этого первого сыграть. Ну, Вар это танк, вообще-то, если ты не заметил. Ну, извините то, что ты хуяришь по этим мобам, когда метка на квадрате стояла.
Ну что, пошли курить. Сейчас. А, вот этого моба еще давайте убьем. Да, а то он как пульнем придет, мудак. Вот этого убиваем, и все, да, можете все АФК идти. Ждем работу, надеюсь, лаги пропадут. Хотя уже получше вроде работает. Почти сразу. Все, можете все отходить. Ждем работу и поехали дальше. Ну, я хуй за вообще лагать перестал. Юю, Коль. На боссе, короче, спекнешься в танка, ты поддержишь Сартариона. Я постою на трэш. Я отошел. Свистните, когда там запустят. Какая-то. Да хуя, ничего пофиксили. Так, заходите. Да, да, ребут реально было лучше. То есть, перед тем, как ребутали, вообще идеально было, сейчас говно. Вообще опять лагает? Да не, нормально, чего, блядь, почти. О, ща нормально пошло. Ему, видимо, раскочегариться надо, чтобы нормально работать. Сука, это не сервер, это просто сервер костом. Сервер выходит, да, на рабочие температуры. Да, это шестерка какая-то, а не сервер. Позвоните там танку, блядь, пусть заходит. Да танк заходит, блядь, у танка прогрузка пошла. А чё ты, блядь, не проверил свой ноутбук?
Ну, у меня же так же, как у сервера, надо разогреться, там, понимаешь? Я понял. Все, зашел. Все играем по черепочку, Юю собьешь ему каст восстановления. Это вот проклятие. Так, сначала череп заливаем, потом квадрат. Поехали. Молодцы, успели. Так, а жерельку нити только те, у кого проф. Желательно отдаем ее Юю. Ветры стоял. А ее все занидить могут, братан. Решал, дашь потом ее. Дело отлично. Аккуратно вдоль стеночки проходим, не цепляем. А что там, тактику галактику уже рассказывал, я все пропустил, блядь. Да не рассказывал еще. Так, сначала череп играем, потом квадратик. Егор, а где у тебя вихрь? Сейчас расскажу, как здесь могу красать. Блять. А, успели. Полсекунды буквально. Так, все, вот я меняю. Значит, смотрите, рейд весь стоим в квадрате.
вместе со мной. Юю держишь приблизительно в трусах Сартариона. Там плюс-минус. Возможно, придется чуть сдвигаться лево-право. А с пола сейчас пробегаем. Никто не бьет Сартариона. Стоим, ждем драконов. Первый дракон прилетит. О, хава теперь на весь мир. Хоть немного бафнет. Сейчас пробегаем с Артариона, не трогаем, стоим, ждем первого драка. Первый драк спускается, мы его заливаем. Потом появляется второй дракон. Прилетает к нам, возможно, даже до убийства первого. Спустится второй. На втором драке будет появляться портал, из этого портала будет появляться куча трэша. Фьюдж под портал ловушку и на пул на меня. Только после того, как заливаем этих двух драконов, играем по Сартариону. Помимо следим за лавой. Будет стены идти с лавой, будут промежутки видны. В эти промежутки забегаем, чтобы вас стена лавы не зацепила. Вся тактика. Арчина готовность. Геру на второго дракона даже. Иначе он все заспамит своими, блядь, своим говном. А, хилы, можете сбоку от Сарта стоять и регенить ману. Сима, будешь кидать правосудие на ману. Ну все, поехали. Аус готов? Аус. Да-да-да-да. Все, даю таймер на пул. Пробегаем. Никто не дамажит Сартариона. Все в квадратик становимся. Разворачиваю его. Все, хилим Юю. Потихоньку пламя вот это подбиваем пока. Все, идет к нам дракон, сдвигайтесь. Играем по Тенеброну. Слушай, давай сейчас Геру. Это что-то, на котором трэш, блядь. Играем по Тенеброну. Активнее. По уголю. Возвращали на выйти. Дракончиков этих напулить. Лава. Лава, 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 аккуратно. Активнее играем по Тенеброну. Забейте на трэш. Весперон через 10 секунд появится активнее. Бэр, типа, холипала. Бэр, холипала быстрее. И сразу иннер ей. Тенеброна быстрее долили. Не, очень долго Тенеброна бьем. Очень долго. ДПСа катастрофически не хватает. Не, мы бы еще продержались просто, блядь. С Холли Пау отвалился. Сима, как ты умерла вообще? На нее трэш пришел, дракона. А она еще не на скиллухе, бабу не нажимает же.
Давайте еще раз пробуем. Смотрите, здесь вот все свои прожимки Тенеброн опускается. На Весперона похуй. Весперон единственное, что кастует, это он кастует вот эти вот ритуальные круги, ритуал взрыва. Это единственный его каст. У Тенеброна, помимо вот эта вот кладка, он вызывает портал, с портала появляются мобы. Видишь, они сейчас появлялись у него под хвостом у Сарта. То есть ориентируйся, что под жопой Сарта у тебя должна лежать замедляющая. Сима, старайся держаться чуть ближе к башке, ну, в том плане, что вот на середке босса, потому что ты стояла, походу, слишком близко к ним, они сразу успели тебя убить. Хавайте рыбу. Давайте еще раз пробуем. В принципе, вытягиваем, но ДПС тяжковато. Если не умрет, то прохит. Ничего страшного, все нормально. Да, Джуджи, ты можешь чуть ближе к боссу стоять, тебе вон Юю истерию с пула даст. Под Геру, как первая драка пустится, он даст тебе истерию, побольше ДПС будет. Давайте, Арчин, на готовность. Если все готовы, то поехали. Ну, это как его, до Геру еще 2 минуты. Блядь, 2 минуты? Минут подождем, там как раз. Ну да, как 1 минута останется с хэш, тогда пуляем. Все, 1 минута? Да. Все, ну, отлично. 55 секунд. Даю таймер и поехали. Все, погнали. Перебежали сюда сразу в квадратик. Тенеброн появится. Он появится. Вон он летает сверху. Да. Так, Тенеброн 10 секунд прибытия. Ну, как раз лава, аккуратно. Все, Тенеброн опускается. 8. На пульчик. Все, Гера пошла. Все, Гера пошла, играем. Истерия по фьюджу пошла. Под мордой не стойте, желательно. Лава. Там. Играем. Шеки туди из-под морды. Кладка. Бля, меня застанет. Мобы ушли. Да, на пул на меня. Лава. Что-то, блядь. Ага, все понятно. Подъебал он нахуй. Что-то одного убили даже уже? Сейчас еще раз попробуем. Нет, мы его в том трое убили. В этом нет. Они, получается, если ты пуляешь босса, то они ресаются. Если ты вайпаешься. Их надо убивать заново. Что, 4 минуты, Гера? Ну, будем ждать сейчас, наверное. Хотя можно попробовать Геру потом сольешь. Сим, что у тебя с прохилом? Ты в 2 раза решали уступаешь. Бум, бум. Да.
Еды нет. Аус, дам я тебе бдилку. Я ее на рыбоцепу кидал, ну ладно, на тебя перекину. Потому что ты больше агра рвешь, чем Сашка. И почему? Да, драконы вылетают, нахуй, вы не чуть-чуть стопаете, пусть он соберет. Пизда вам там, нахуй, сразу происходит. Так, все, давайте РЧ. Инту на рейд, пожалуйста. Спасибо. Так, крик на есть, крик на ХП, дам, когда драка пустится. Все готовы, даю таймер, поехали. Да, без Геры пока Тенеброна побьем. Пока никто босса не бьет. Стена 5 секунд, готовимся. Стена. Заберите. Все, играем по драконам. Лава. Хватка. Уже туда пошло замедло. Видишь, портал прям под боссом. Туда пошла уже замедляющая ловушка. И массовый на пол. Вот как только град стрел на пол. Град стрел на пол. Лицо никто не лезьте, блядь. Аниме там, прожми что-нибудь. Тенеброна активнее, не надо ОВЕ. Просто тенеброна хуярить. Кладка. Ну, откуда такой, сука, урон по вам, блядь? Под ебалом же стоите, нахуй. Не вижу. Тенеброна доигрываете. Не, вы не вывозите плюс одного. Ведь тенеброна мы не вывезем. У нас не хватает ДПС. У нас лил. Слабовато дамаж. Давай, лас. Давайте, да, давайте сейчас еще один трай с Герой попробуем, но, блядь, тяжко. Ты смотри, камеру отдали, и когда лава прошла, допустим, слева, то в следующий раз она будет с другой стороны. Не, если... она рандомно. Ну, смотри, она же чередуется. Если она с одной стороны была, то в следующий раз она с другой. Не, вот сейчас только что две подряд из-за моей спины прошло. Я не менял даже свое местоположение. Ну, короче, вот камеру отри. И смотри заранее на лаву. Ну, это я Вару говорю. Давайте фулл баф. Еще один трай делаем сейчас с Герой. Я не знаю, блядь, все свои прожимки заюзайте, блядь, зафокусьте быстрее, максимально быстро, блядь. Там под кливом стоят до хера народу. Да, и перед мордой никто не стойте, ребят. Не надо перед мордой стоять. Вы кучу урона получаете, который хилам приходится, блядь, оверхилить. Не надо создавать лишних проблем. Тут и так проблем хватает им с танками. Там, да, там главное залить тенеброна и потом дозалить трэш. Когда Весперон выйдет, похуй, вы главное долейте тенеброна и залейте трэш на фул. Как только это будет сделано, тогда уже проблем не будет. Можно спокойно плюс 2 драка закрывать. Давайте РЧ на готовность.
Ну, для химии это вообще было бы охуенно. Ну да, если бы фасочки были, было вообще пиздато. Ну, я один в лётику так сделаю, себе рагу сделаю. Отлично. Огонь. Прям идеально. Так, вилку на салу дал, все замечательно. Да. Лава. Не попадаем под нее. Ой. Уже. Гера пошла. Давай. Все, под Герой хуярим. Истерию фьюджу. Отлично, все, хуярки, как не в себя, блядь. Лава. Обратно. Кладка. Ты камеру поверни, чтобы... На пол пошел. Живи, блядь. Там хуйня. Ты, блядь. Живу. Тенеброн, активнее, пожалуйста. На пол. Фьюдж, дай на пол. Я уже давно. Дракон второй, блядь. Сейчас забираю Весперона. Блядь, 3 секунды таунт в КД. Все, забрал. Дракончиков добейте. Что-то хуйня-то летает, на меня дышит, нахуй. Ну, из кладки. Он же засаживает кладку там, а потом яйца эти лопаются, и драконы выходят. Не, мы Тенеброна все-таки не потянем, блядь. Погнали тогда Тенеброна сейчас закроем, и плюс одного Весперона спокойно мы закроем. Да, таким составом нам Тенеброн пока не светит. Да, ДПС не хватает. Что там? ДПС. Сова в топе, блядь. Говорят, сову не дамажат. Давайте все сюда подбегаем. Пока не надо пирс ставить, потом уже перед сартом поставишь. Что это за варчик такой, блядь? Это с этой, с Алгаоном, с гильдии. Что за гильдии? Что, Фурик, что ли? Да, это Фурик. Ну, сейчас вот совет тебе, Хаммер, на до Ульдуара, до выхода Ульды, тебе проще в Армсе бегать. Ты больше будешь давать, чем Фурики. Тебе сейчас арп неоткуда черпать, а фурики без арпа это УГ. Так, давайте, РЧ на готовность. Если все готовы, то поехали. Дам таймер.
Юй, ты что, не поменял стойку? Мне просто дамажить. Да нет, там агры кучу, просто кучу. Он одну ЛПшку дал, и там уже пиздец был. Походу, хуёво, везде да? был. Что у варов ЛПшки хуёво. Да, была бы у меня ЛПшка, блядь. Ух. Или хотя бы Starfall, блядь. Нет, Starfall хуже ЛПшки. Ну еще и за плюс одного нам что дадут? 200 шмотка плюс одна любая. Выпадет. Если бы закрыли бы плюс 2, то 213 еще выпало бы. Так только 200. Обидно, досадно, ну ладно. Поехали. Здесь что можно спуститься. Летаем. А, вот туда пошли. С этого островка можно спулить. Какая разница? Ставь рыбку. Парахи. Не-не, Юй, все, ты в ДД, братиш. Ты в ДД, я сам потанчу. А, хотя сейчас же с Веспероном. Да должен вытанчить. Хилы удержите меня. Да я чё хуй на. Ну все, тогда Весперон, а Фьюдж, береги сейчас на пул, по старту никто не играет. Весперон будет опускаться, сразу в меня напуливаю его. Не особо потанчу, танчить буду в трусах. Сейчас я их только смещу чуть-чуть. Чё? Это как я, оверхиль его, блядь, да еще ёпта, чё там его хилить, блядь. Вот так вот. Все, РЧ на готовность, ребята, и поехали. Просто так мы быстрее зальем. Не бейте пока. Стойте АФК, давайте я как раз наберу агр. Пламя лавы можете бить. Сарта нет. А у тебя типа это отражение заклинания работает, блядь, чтобы его обратно нахуй воткнуть? Сейчас проверял, нет. На огненное дыхание не работает. Ну, блядь, аниме, где ты, блядь, получаешь урон-то? Весперон прибудет через минуту, стойте АФК пока. Я ему уже 3% нахуярил. Лава, смотрим внимательно. Так, меня слышно, Разлах? Да-да-да. Хорошо. Просто у меня сейчас дис мигнул. Бывает такое, когда вылетаю. Прибытие респирова на 30 секунд, готовьтесь. Можешь на ап пока крикнуть, обновить. Все, по Весперону играем. Геру даю. Да, Геру давай. Под мордой не стоим. Пустились.
Активнее, активнее, респирона играем. Мелики аккуратно, в взрыве не стойте. Лава. Передвигаю босса. Шо вам так больно там, блядь? Вы под ебало залезли в стенах. Активнее, Весперон. Активнее, активнее, активнее. Шакит. Бля, как он умер. Я хуй знает, они там под кливом или чё, блядь, посмотри, как по ним дует, на. Стан. Блядь. Всё, играем по сарту. Пламя доиграйте, ОЕ быстро. Лава. Мелких мобов сейчас доиграйте все. Бля, Юю, как ты умер-то? Добили пламя, все, играем по Сартариону. А, сдайте, может, этот после лавы тотем гимн. Давай. Давайте. Дала гимна? Да, да, она дала. Это сейчас такой адский этот был. По рейду, блядь. Это он в портале успел призвать ученика, который дал дебаф на весь рейд «Сумеречная пытка». Просто я не думал, что, блядь, даже из перона будете так долго хуярить. Там как вариант можно было просто всем уйти в этот портал, убить его ученика и прийти обратно. Но потеряли бы кучу ДПС. Да, нехватка ДПС ощущается, конечно. Еще 3,7 ляма, давайте. Постарайтесь. Лава. А что, СС на шекете не было? Шаман СС не вешает. Нет, я у доктора спрашиваю. Говорю, что шаман СС не вешает. Еще не привык, наверное. А, он на тебя повесил? Не-не-не. Давайте больше там никто не умирайте хотя бы. Да нет, уберся вроде. Лава. По таунте этих маленьких все равно в касты. Лава. А что за хуйня? Это подлагивает, да?
Да, есть немножко. Ну все, мне Лава. Кажется, можно. Пока уже. Ну, у него же здесь еще когда сплюс с драками, у него и хп повышен. Почти в два раза. У него так, по-моему, 3,5. А так, если с драками, то 6 лямов. Через 3 минуты я его дам. Здесь. Давай, давай. Бубли. Ну, я думаю, мы добьем. Слава. Пять процентов. Хуя вы жгете. Симу таун жать не надо. Ой, ебать. Какой таун? Ну, простой. На втором месте, блядь. Какой таун? Да, ты моментально в агро попала. Ай, блядь. Кожа. И что тут интересного, Павел? Сим, ну... Я сейчас посмотрю, даже для прикола. Так, кольцо на танка боешное я себе забираю, я его одену. Токен... сейчас... Мне не надо. Вот только на уф. Мне надо. Вот так забирай. Да, мне тоже не надо. Фьюж себе купил, по-моему. Идеально. А, там вар еще один. Вартина, не надо? Что надо? 108. Ну, вон я кидал. Перчатки? Да. Надо. Ну, кидай ролл. Как? Они у него одеты. Это же флэш? Одеты. А, позже, у него одет? Да, у меня одет. А, все тогда. Да, тебе не надо. Так, едем дальше. Кожаный грудак. Прописываешь слэш. И вот так же, как видишь, я написал roll точно так же. И тогда
У тебя сработает, это лучше макро себе сделай. Будет вот так работать. Понял? Видишь, Вальтору выбрасывает 7. Тебе отдать этот грудак? Будешь носить, не? Мундир? Да, да. Нет, носить не буду. Он же на ловкость. И что? Ну, мне говорят, что ловкость говно. Для меня. Фурик-то. Ну ладно. Сумка на 22 ячейки рулем. Ну, типа, не в этом гире ему еще пока ловкость собирать-то, блин. Не, даже в этом гире можно уже собирать, начинать потихоньку. Ой, не бать, я сумочку и разбогател нахуй. Нихуя себе решил. На. На то хули с двумя сумками только бегаю. Уже три. Так, и сумка с трофеями. Рульчик. Решал, да иди ты нахуй. А я тебе на том КД отдавал, все, значит это моя. Ну отдай мне эту, я тебе ее отдам, блядь, типа верну. Ладно, забираем. Да нет, что гонишь, убираешь, надо. Да забей, мне надо так, шо-шо-шо ехал. Так. Кому-то на что-то не хватает, давайте я дам там 25 УД. Продам УД, блядь, 1.5 нахуй, купайте. Так, колечко, да, пожалуй, это колечко я одену все-таки. Охуя себе, дал мне даже ЕП начислять нахуй. ГП ему надо было начислять, а не ЕП. Так, все, кольцо я взял. Сейчас я пойду еще в дал кисть возьму. Дим. Поставь портал, пожалуйста. Так, что там у нас? Арастас ждет? Или Арасторос? Как у него? А что меня не пускает обратно? Там бой. Арастрос. Вниз, а не вниз. Ой, блин. Здорово, рейдеры. Здорово, Лимс. Здорово. Че, как ваши дела? Рассказывайте. Да как, блядь? Блядь. Потихонечку. Вверх ходим, 25-ку траем. Да вы куда с фото делись все? Ну, у нас этот... Он пытался что-то собирать вроде гильдию, но я у него спросил про 25-ки, он мне сказал, что он их не собирался релить, ну и в итоге я сказал окей и ушел. Сингл на X4 же появился, да? Нет, на X4 мы синглов не сделали, как бы мы пошли в другую гильдию с моим старым знакомым из X1 циркуля. Ого.